Алоха, друзья! Сегодня вы увидите новые и актуальные товары для вашего автомобиля, которые могут вас заинтересовать. Все ссылки на товары будут в описании под видео. Также, досмотрев ролик до конца, вы можете принять участие в конкурсе с денежным призом. Alpine Bluetooth Receiver – небольшое, весьма полезное и удобное в использовании устройство, которое подключается к аудиовходу, в результате чего аудиосистема получает возможность присоединиться к другим устройствам, которые поддерживают беспроводную связь Bluetooth. Данное устройство предназначено для воспроизведения медиафайлов с телефона через аудиосистему в автомобиле, а также принимать входящие звонки на телефон через магнитолу. Светодиодные фары различных форм и размеров светят очень ярко, гораздо лучше любых ксеноновых фар и тем более лучше любых штатных галогенных фар. Таким образом, такие фары являются лучшим выбором для ночной жизни. ДХО работает на высшем уровне, как собственно и поворотники. Как вы поняли, фары круглые и подойдут на большинство моделей внедорожников, грузовиков и легковых машин с размером штатного оптического элемента 178 мм, в том числе и на Ниву. Разветвитель для предохранителей. Он предназначен для подключения дополнительного устройства без разрезания проводки автомобиля. Выбираем любую линию в блоке предохранителей, которая не особо используется и на которую можно повесить дополнительное устройство, например, это может быть прикуриватель. Вынимаем из блока предохранитель, а на его место вставляем этот переходник. И уже в переходник вставляем вынутый предохранитель и новый, через него пойдет новый плюс к дополнительному устройству. Профессиональный пневматический смазочный шприц идеален для обслуживания промышленного оборудования, сельскохозяйственных машин и механизмов, применения в автосервисах. Шприц имеет импульсное действие – разовый выстрел смазки при каждом нажатии. Шприц используется с картриджами емкостью 400 грамм. Чтобы всегда быть в курсе технического состояния своего автомобиля и знать причину появления предупреждения Check Engine на панели приборов вашего авто, необходим современный диагностический сканер, такой как Launch X431. Это ваш надежный помощник в дороге, который поможет сэкономить вам время и деньги. Компактный универсальный диагностический сканер предназначен для чтения и сброса кодов неисправностей. Работает на всех совместимых с OBD2 автомобилях с 1996 года выпуска и по настоящее время. Меню и описание кодов неисправностей на различных языках, в том числе и на русском. Поддерживает CAN и другие используемые в настоящее время протоколы OBD2. Стильная крышка маслозаливной горловины преобразит вид вашего авто под капотом. Изготовлена из алюминиевого сплава. Благодаря своей форме ее достаточно удобно откручивать. Главное это делать не на горячий двигатель, так как она достаточно сильно нагревается. На выбор представлено 6 цветов. Практически любой автомобилист сталкивается с необходимостью отремонтировать пластиковые элементы кузова от торпеды до крепления фар и бампера. Горячий степлер помогает справиться с такими работами за считанные секунды. Причем есть возможность выбрать оборудование различной мощности. Нагревается прибор очень быстро. Можно приобрести скобы различного размера. После восстановления пластикового элемента остатки скоб легко удаляются кусачками. Практически на всех автомобилях установлены автомагнитолы. Производители стараются разрабатывать новые предложения в этом сегменте для максимального комфорта пользования автогаджетом. Именно такой новинкой и стала магнитола с большим экраном, пультом на руль и камерой заднего вида. Оснащена дисплеем размером 4,1 дюймов, системой Bluetooth 2.0, а также камерой заднего вида. Приятным дополнением является наличие пульта дистанционного управления и пульта, который крепится на руль.
Насадки на дрель для полировки автомобиля. Данные насадки подойдут для полировки кузова, дисков, фар и для полировки стекол. В принципе, для проведения работ насадок должно быть несколько. Их применяют последовательно одну за другой, от более жесткой до более мягкой. Каждая из насадок немного отличается от остальных, а их в наборе 11 штук. Диаметр этих губок 100 мм или 4 дюйма. Большой и удобный органайзер для заднего сиденья. Вешается он на спинку переднего сиденья или сиденья водителя и имеет несколько кармашков под разные нужды. Внизу большой карман для документов или подобных вещей. Сверху карман для телефона, по бокам специальные кармашки для термосов или бутылок. По центру небольшой ящичек для прочей мелочи. Есть даже отдельное место под свернутый зонтик, 4 расцветки в наличии. Есть из чего выбрать. В последнее время, в частности и среди водителей, стали популярны солнцезащитные очки с антибликовым покрытием. Антибликовое покрытие имеет массу преимуществ, улучшающих качество изображения и повышающих комфорт ношения очков. Прежде всего, покрытие эффективно устраняет блики и ореолы, возникающие на передней и задней поверхности линз. Таким образом, в очках с антибликовым покрытием значительно меньше воздействия ослепляющего отраженного света, например, от фар машин, от снега и мокрого асфальта или от стекла автомобиля. Поэтому особенно такое покрытие важно для водительских очков. Антибликовое покрытие имеет также просветляющий эффект, то есть благодаря ему линзы пропускают до 99,5% света и становятся практически полностью прозрачными. Это позволяет лучше видеть в плохих погодных условиях и в темное время суток. Нескользящий нано-коврик с логотипом различных марок авто – настоящая находка для водителя. Он позволяет всегда иметь в свободном доступе небольшие предметы, такие как телефон или очки, без риска их падения. Благодаря особой микропористой структуре акрилового материала, из которого он изготовлен, любой предмет, который вы на него положите, будет надежно лежать на своем месте. Выполнен в размере 19 на 12 сантиметров. Все, что нужно для его использования, очистить поверхность, где он будет лежать. Не в каждом доме имеется большой набор инструментов, но в каждом есть пара отверток, с помощью которых можно заниматься разнообразными работами. Длина стержней бывает самой разнообразной, в зависимости от целей. Так, бывают короткие отвертки для локального использования, а бывают и очень длинные отвертки, у которых стержень гораздо длиннее, чем рукоятка. Такими удобно работать в труднодоступных местах. Именно такую отвертку и должен иметь в своем арсенале каждый хозяин. Иридиевые свечи зажигания. Предлагаемый комплект содержит 4 свечи зажигания с центральным электродом, изготовленными из иридиевой проволоки диаметром 0,5 мм. Применение такого материала значительно увеличивает срок эксплуатации свечи. Диаметр резьбы 14 мм, длина резьбовой части 19 мм. Ребристая поверхность изолятора создает дополнительное сопротивление высокому напряжению, предотвращая пробои искры на корпус. Металлическая часть корпуса имеет качественное никелевое покрытие, что служит гарантией отсутствия прикипания свечи к корпусу двигателя. Удобный съемник фильтра. Основу съемника составляют 3 круглые челюсти, которые захватывают и удерживают масляный фильтр во время его извлечения. Используется в основном для ремонтных работ на грузовом транспорте, для извлечения масляных фильтров диаметром от 12 и до 31 сантиметра. Изготавливается из высокопрочного сплава и имеет достаточную жесткость. Есть вариант с плоскими челюстями. Этот съемник предназначен для демонтажа масляных фильтров диаметром от 6 до 10 сантиметров. Он сделан из инструментальной стали и имеет замечательную особенность – автоматически обжимать фильтр при приложении крутящего момента.
абразивные диски используются для удаления ржавчины и старой краски с различных поверхностей из металла, нержавеющей стали, дерева, алюминия и так далее. Может использоваться также для обработки поверхностей из дерева и бетона. Помогает подготовить к покраске различные элементы кузова автомобиля, а также автомобильные диски. Для производства абразивного диска используются износостойкие материалы, длительное время сохраняющие свои первоначальные характеристики. Электронный толщиномер позволяет оценить с высокой точностью толщину лакокрасочного покрытия, не нанося ему каких-либо повреждений. Используется как профессионалами в различных сферах, включая СТО, так и любителями. Компактный прибор подскажет водителю, перекрашивался ли кузов авто, сколько слоев краски и шпаклевки нанесено, а также позволит оценить качество работ по покраске автомобиля. И самое главное, при покупке БУ автомобиля без такого прибора не обойтись, так как вряд ли предыдущий собственник покажет вам все крашеные элементы автомобиля. Гайкорез – это хорошая и полезная штука в гараже. Часто бывает, что резьба на болте слизывается и потом невозможно открутить гайку, так как она просто прокручивается на одном месте. На помощь придет гайкорез. Суть его действия проста, но эффективна. Он просто накидывается на нужную гайку, а затем закручивается ключом до тех пор, пока острое зубило буквально не расколет гайку на две части. Пару минут и гайка снята. Продавец предлагает 3 размера гайкореза, так что вы сможете подобрать инструмент как для мелких гаек, так и для более крупных. Предлагаемая рамка подсветки номерного знака имеет встроенную камеру, позволяющую безопасно совершать маневры задним ходом. Камера защищена от влаги и пыли. Угол обзора 170 градусов. Диапазон рабочих температур от минус 20 до плюс 70 градусов по Цельсию. Для установки рамки с камерой и подсветки не нужно сверлить дополнительные отверстия в корпусе. Комплект поставки, рамка номерного знака с подсветкой и камерой заднего вида, силовой кабель, видеокабель. И вновь вернемся к вопросу мелкого тюнинга автомобиля. Хромированные форсунки омывателя лобового стекла по традиции представлены в нескольких цветах. Выбирайте подходящий вам цвет, устанавливайте и наслаждайтесь необычным видом своего автомобиля. В комплекте 2 форсунки. Оптика в виде ангельских глазок всегда привлекает к себе внимание. Предлагаемое биксеноновое осветительное оборудование является универсальным и легко устанавливается на большинство моделей различных производителей. В комплект поставки входят 2 осветительные чаши из металла, закрытые стеклянными плафонами. Отражатели имеют специальное покрытие, обеспечивающее длительную эксплуатацию. Дополнительное преимущество фар – возможность установки в качестве основного либо дополнительного осветительного оборудования, не слепящего встречные автомобили. Концевики дверей. Универсальные концевики дверей, которые подойдут для замены старых и неисправных, также могут использоваться для установки на дверцу бардачка или в любое другое место, которое вы захотите. Имеют стандартные размеры, потому подойдут на большинство автомобилей без всяких изменений. При ремонте автомобиля, трубопроводов и иных конструкций и механизмов возникает необходимость визуального осмотра состояния труднодоступных мест. Использование USB-эндоскопа позволяет получать качественное изображение на экране вашего смартфона. Для использования необходима установка специального приложения и поддержка функций OTG. Комплект поставки включает USB-эндоскоп длиной 5 метров в пыли и водозащитной оболочке с камерой 0,3 мегапикселя и 6 светодиодными источниками света. На этом ролик подошел к концу. Я разыграю любой товар на AliExpress до $10 или 600 рублей на счет мобильного телефона, как только под этим видео наберется 200 лайков. Для участия нужно подписаться на канал и нажать на колокольчик, поставить лайк и написать комментарий, по нему я и буду выбирать победителя. Вся подробная информация о конкурсе находится в описании. Всем пока!